Накануне в общественной приемной президента Российской Федерации Владимира Путина в Махачкале председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов рассмотрел обращение дагестанцев. С насущными вопросами по разным направлениям к премьер-министру обратились жители Махачкалы, Хасаюрта и Хасаюртовского района. С просьбой о содействии проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома по улице Сержанта Гайдарова, дом 35, к премьеру Дагестана обратилась жительница города Хасаюрта Сабина Бугалова. По ее словам, в доме много проблем. Старая крыша, затоплены подвалы, подъезды требуют ремонта. Там постоянно стоки в подвале, крыша течет, трещины по стенам. Мы обращались в соцжилкомпанию тоже, отписки. Вызываешь, когда работников, они говорят, соберите деньги, мы вам сделаем. Вот чтобы воду откачать с подвала. Чтобы там трубу заменить, все за свой счет они делают. Выслушав обращение заявительницы и позицию представителей органов власти, Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений. Так, руководителю госжилинспекции Республики Дагестан Сергею Касьянову поручено лично проконтролировать соответствие сроков и качества проводимых работ по программе капремонта в части приведения в надлежащее состояние инженерных коммуникаций. Также глава Кабмина поручил главному жилищному инспектору при подготовке сезона эксплуатации в отопительный период до 15 сентября лично проконтролировать состояние дома, в том числе состояние подвальных помещений. Премьер-министр заверил Сабине Бугаловой, что до ноября 2024 года трубы в подвальных помещениях будут заменены на новые. Ирина Лобова из села Аксай Хасаюртовского района обратилась к Абдулмуслиму Абдулмуслимову с просьбой о содействии в проведении ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. Председатель правительства Республики Дагестан поручил министру здравоохранения Дагестана Татьяне Беляевой взять данный вопрос под собственный контроль, оказав необходимую помощь, в том числе и в организации сбора документов в ближайшее время. Житель города Махачкалы Асадуллах Насрулаев обратился по вопросу развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Он предложил провести в регионе фестиваль средств малой механизации сельскохозяйственных работ. Также у заявителя был ряд различных предложений по развитию экономики и республики в целом, в том числе в сфере водоснабжения, экологии, сельского хозяйства и другого. Для широкого обсуждения предложения заявителя Абдулмуслима Абдулмуслимов пригласил на рассмотрение данного вопроса вице-премьера Резвана Газимагомедова, министра промышленности и торговли Республики Дагестан Низама Халилова, руководителя Минсельхоза Республики Мухтарбия Аджекова. Принято решение организовать обсуждение предложения заявителя по вопросу развития малых форм хозяйствования в АПК и технических установок, предлагаемых к массовому производству с участием заинтересованных сторон. Поручение взято Минпромторгом Республики Дагестан на контроль.